Привет ремонтникам. Опять же, нынче строительно-ремонтная тема, что актуально. Вот так забиливаем наклонным стуслом. Зачем нужны наклонные? То есть было при покупке два варианта. Просто поворотные и поворотно-наклонные. Это было подороже где-то процентов на 30. Ну, брали давно уже, то стоило 1200, это 1700. Но не зря. Вот широкий добор, 150 миллиметров. Но я его чуть законусил на станке. То есть он получился 150 на 145. И опять же, вот так его урезал. И прорезал, пропилил ему нижнюю часть, чтобы папа остался. Вот. Запиливаем мы прямой угол, у нас должен идти со спиленной части, которая идет к коробке. Потому что коробка стоит вертикально, а стена не вертикально. То есть клин. Но с нашей стороны остается заводская сторона. С нашей стороны заводская сторона. Ну вот так вот очень удобно. Да, максимально тут можно 170 миллиметров вот так положить. Больше не войдет. Но у меня 150, и так что мне повезло. Иначе их как лежа больше никак не запилишь. Ну, либо обычный, по прямой, но тогда под 45 не будет. Я все делаю под 45. Поэтому под 45. Тут я уже начал, осталось немножко допилить, чтобы особо время не тратить. Сейчас покажу, как он. Как он. То есть я пилил. Как бы сейчас покажу, что тут внутри. Вот она сюда прогнулась, она добор, и получилось как бы небольшое пузо. Хорошо, что запас оставил. Потом фанерку положил, все ровненько спилилось, так что чтобы вот этой ямы не было, советую положить дощечку. Ну и вот так вот практически идеально вышло под 45. Ну и все, а теперь отмечаем длину и оттуда с того конца по прямой торцуем. Ну все, как-то вот так вот. Так что если брать стусло, то многофункциональное. Ну все, наверное, все рассказал. Что интересно, спрашивайте. Всем удачи, всем пока.